Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о плюсах беспородных собак. Дворняги, или как их еще часто называют, двор-терьеры, это собаки, которые не принадлежат ни к одной официально признанной породе. Они не появляются на свет в результате целенаправленного разведения и, как правило, не имеют ближайших родственников не только среди чистокровных животных, но и даже среди представителей смешанных пород. Ученые считают, что чем разнообразнее родословная, тем крепче здоровье домашнего животного. Дворовые собаки проходят естественный отбор, в результате которого остаются жить только щенки с высоким генетическими задатками к выживаемости. Это явление в биологии называют гибридная сила. Жизнеспособность гибридных животных выше, поскольку они наследуют лучшие доминантные качества родителей. У породистых собак организм более чувствительный, поскольку они, как правило, являются потомками своих близких родственников и часто наследуют слабые гены. Однако крепкий иммунитет не повод не следить за здоровьем питомца. Выносливость годами выводилась в дворовых собаках уличным отбором. Непривычные к хозяйской ласке и заботе, они всегда находили пропитание самостоятельно, выживали в жару и холод, не тосковали по теплой подстилке и сухому дому, переносили инфекционные заболевания, передавая иммунитет следующим поколениям. Дворняги в силу крепкого здоровья и иммунитета традиционно используются в различных экспериментах, начиная с освоения космоса и заканчивания созданием медицинских препаратов для лечения тяжелых заболеваний. Сильная преданность обусловлена тем, что собаку берут в дом уже подросшую, испытавшую невзгоды уличной или приютской жизни. Осмотревшись на новой территории и привыкнув к постоянным хозяевам, эта собака продемонстрирует чудеса верности и любви. Ваше внимание сделает дворнягу самой счастливой собакой на свете. Конечно, все собаки индивидуальны, но сложно представить себе более ласкового пса, чем дворняга. Она лишена всякого аристократизма, который прививается многим породистым собакам и переходит по наследственной линии. Чопорность и манерность – это все не от дворняжки. Дворняга будет беситься и дурачиться самым забавным образом, как только ей это позволит. Она прекрасный компаньон и чуткий друг. Беспородные собаки пользуются не меньшей популярностью, чем их родовитые сородичи. Они неприхотливы, любят людей и отзывчивы к ласке. Конечно же, все собаки индивидуальны, но подавляющее их большинство любит учиться, служить своим хозяевам, охранять их и веселить по мере сил. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.